Привет всем. Это датчик тока, который я сделал. Вот он закрепляется сюда. Вот это генератор. Вот. А вот это вот осциллограммка. Здесь осталось поставить резистор. То есть это ферритик. Внешний диаметр порядка 19 мм. Марка N87. Сюда подается на вход сигнал от генератора. В данном случае это токовый датчик, который будет у меня стоять в резонансном контуре для того, чтобы смотреть фазу тока и напряжение. И здесь несколько сотен витков. Токи, которые здесь будут бегать, я планирую где-то в пределах сотен миллиампер. Конечно, наверное, они могут быть и больше, судя по толщине провода, но я думаю, может быть, и первый раз железно пускать, но мне пока интересуют маленькие мощности. Благодарю всех за внимание.